гантели, приседания и велотренажеры. Вот на что подписалась эта группа пожилых жителей Канберры, столицы Австралии. В 92 года силы Зоры Каспарек только крепнут. А раньше поход в спортзал казался чем-то нереальным. 16 правнуков, глухота. Сегодня инструкции тренера женщина понимает с полуслова. Немного уверенности в себе, потому что в старости всегда боишься, что что-то не получится. Команда молодых тренеров настроена решительно. Помогают пенсионерам комфортно и безопасно повысить свою мобильность, а значит и качество жизни. Исследования доказали, что можно улучшить физическую форму, силу и мышечную массу в любом возрасте, даже в 90 лет. Когда думаешь о тренажерных залах, то ассоциируешь их с молодежью. Но на самом деле, если посмотреть, как мы занимаемся с пожилыми, увидите, что это им очень нравится. Обогащение новыми знаниями тут происходит с обеих сторон. Пожилые, многие из которых иммигранты из других стран, знакомят молодых австралийцев с культурой своего детства. Я узнал много разных рецептов от наших клиентов. На прошлой неделе я приготовил то, что никогда раньше не делал. Зора поделилась со мной рецептом из чешской кухни. Подписывайтесь на наш канал и смотрите мировые новости. Мы освещаем факты, а выводы делаете вы сами.